У нас вот недавно слышали, да, один наш брат, альхамдулилля, в Казахстане. Он говорит, я в Мекку на велосипеде поеду. Он говорит, ты смотри, за бортом, да, как говорится, минус 10, 15, 20, а ты на велосипеде. Никто же его не остановил. То есть его вот этот магнит, который притягивает с Мекки, с Медины, его желание там побывать, он, даже если велосипед сломается, он может не на велосипеде, то велосипед может быть на нем, но он до туда дойдет. Вот такая любовь, когда у нас будет, вот я хочу и поеду. Тогда, альхамдулилля, значит, у нас эта любовь. Сегодня мы говорим хадж. Садимся у нас, спрашиваем, да? Какой самолет, пересадка, а сколько там мы будем, да, трансфер в аэропорту, будет ли нас встречать, отель какой, как он далеко от харама, трехразовое питание, ополники есть, да? Вот эти все вещи, если нам одно скажут, этого нет, то мы скажем, ну нет, что-то не то, да? Давайте мы другой пакет поищем.